Приветствую вас. Есть ощущение, что у вас довольно-таки сильный контроль идет. То есть вот именно сильный родитель у вас. И есть ощущение, что именно вот сильный родитель мешает вам раскрываться. Мешает вам как-то вот реализовываться, мешает вам чувствовать себя лучше, чувствовать себя свободнее, потому что когда вы говорите, например, о том, что вот я работаю, там, постоянно отвлекаюсь, да, к примеру, вот, то понятное дело, что вам работать-то, наверное, не очень хочется в этот момент. То есть вы как бы, через силу работаете. Вот, вам не хочется это делать, потому что вот как таким образом себя заставляете. Вот, из-за этого, конечно, ничего не получается, а отвлекаться, то есть вот смотреть на то, на что конкретно вы отвлекаетесь, да, вы не можете. То есть, можете, но не позволяете себе этого делать. Из-за этого получается, что вы как бы зависаете между тем, что вам делать нужно, и тем, что вы хотите, и не получается сделать ни то, ни другое. Вот. Здесь очень важно научиться видеть, что именно вас отвлекает и почему, да, и смотреть на это вот именно в такой позиции. То есть принимать то, что меня отвлекает, вот, именно принимать. Это очень важно, чтобы вы принимали в себе то, что вас отвлекает. Вот, да. Чтобы вы не пытались с этим что-то сделать, чтобы не пытались это подавить, вот. А что касается страха смерти, то это, конечно, такая определенная пустота вашей жизни, это определенный такой вот элемент пустоты вашей жизни, вот, это такой определенный элемент незаполненности вашей жизни. Вот. И как следствие, это боязнь того, что с вами может что-то произойти, что-то нехорошее. Вот. То есть это вполне такая естественная реакция. Вот, и, соответственно, нужно смотреть, как вашу жизнь заполнить. Вот, далее, вы пишете, вот, боялась жить, со страхом просыпалась, да, то есть, со страхом тоже нужно работать, не хотела жить, ничего не хотела делать, все равно успокаивала себя, что вот последнее, тело умру, потом не придется ничего делать. То есть, вот какой-то страх перед тем, что нужно что-то делать, знаете. Вот. Вполне вероятно, что вас очень много заставляли делать, вы не очень понимали вообще, зачем это, собственно, надо, да, кому это вообще, собственно говоря, надо. Вот, привычка подчиняться имеет место быть, вот, даже если вам этого особо не хочется делать, вот, даже если это вам там, особо не по душе. Ну, это такой очень важный момент, что вы вот, не отдаете себе отчет в том, где собственно вы, а где ваш хочу, а где ваше надо, вот. Именно с этим моментом нужно
поработать. Вот. Разобраться с тем, что вы хотите, и с тем, что вам нужно. Вот. Это очень важный момент. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Обратите внимание, пожалуйста, что вы не задаете вопрос, так что подумайте, что вы хотите от психолога. Вот. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.